Теперь о событиях дня подробнее. Пассажирский автобус столкнулся с асфальтоукладчиком и двумя грузовиками. Авария произошла на объездной дороге Ангарска. Автобус ехал из Маньчжурии в Усть-Илимск. Внутри было 10 пассажиров. Во время перестроения с одной полосы на другую водитель не справился с управлением и врезался сначала в асфальтоукладчик, а потом в еще два грузовика. Спецтехника стояла на дороге, так как в этот момент шел ремонт. На дальнейшую реконструкцию дороги этот инцидент никак не повлиял. Сотрудникам ГИБДД водитель пояснил, что у автобуса отказали тормоза, однако эта информация не подтвердилась. Людей в этом дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Значит, подъехала скорая помощь, осмотрели двух ремонтных рабочих, которые осуществляли работы на федеральной трассе. Но, значит, от госпитализации эти рабочие отказались.